Матушка предупреждала меня о бедноте. Все они только и мечтают о том, как бы разбогатеть. Да вот работать никто не желает. И вот, пожалуйста, теперь они создали армию смертельно опасных чудовищ. Я им покажу, когда стану королем. Мы же не умрем, правда? Скажи мне, что мы не умрем. Я не хочу терять свою душу. Я не могу поверить. Мой лучший молот пропал. Ты же не мог сам взять и уйти. Да, дружок? Одному человеку был нужен молот. Он обещал, что вернет. Глупый мальчишка! Мы больше его не увидим! Извини, Хедрик. Уйди с глаз долой. Из сердца вон. Я сейчас не хочу говорить. А когда захочешь-то? Выбирай, не торопись. Купай, живопис. Это действительно дело рук ангелов? Я не понимаю, как они могли? Ангелы никогда не заботились о людях. Но эти первыми выступили против нас. Я с ними разберусь. Это хорошо. Говорят, что в Вестмарш приехал сам великий магистр нашего ордена. Мне необходимо с ним поговорить. Я поведаю ему обо всех грехах, которые совершают мои братья. А что, если он стоит за всем этим? Нет, ты ошибаешься. Мои самые первые воспоминания о нем, он успокаивает меня и с радостью принимает в орден. Я видел его глаза. Он достойный человек. Ну ладно, верю. Не знаю, как и сказать. Мне придется покинуть тебя навсегда. Очередная шутка. Я серьезно. Мой беззащитный брат сидит в тюрьме Кингспорта. Я должен освободить его. Тебе не добраться туда, пока в Вестмарше орудуют жнецы. Ладно, пока что я останусь. Но только потому, что знаю, как я тебе нужен. Тут побочные квесты со спутниками. Ну-ка, она что-то даст. А где ты? Она где-то потерялась. Мне показалось, что я слышала голос одной из сестер. Но слов было не разобрать. Это или магия, или меланхолия. Одно из двух. Мои сестры мертвы. Я единственное напоминание о давно ушедших временах. Ирина, нет ничего плохого в том, чтобы помнить об усопших. Они служат своей цели, как и мы. Да-да-да. Неужели пророк покинул нас? Иначе почему рассеялась магия, защищавшая наш сон? Ты ведь уцелела. Но мои сестры погибли. Почему именно они, а не я? Воля случая. Или чей-то злой умысел. Я должна узнать, что именно это было. Ок. Расставаясь с Лисой, я взяла себе ее магическую сферу на память. Сегодня я заглянула в нее, чтобы убедиться, что ничего не упустила.
и обнаружила явные следы демонической магии, которая убила мою сестру. Она напомнила мне о заклинаниях Виджереев, которые мы выучили еще до того, как стали служить пророку. Как странно. Больше ничего не произошло. Я прочитала над сферой Лисы заклинание и снова услышала ее голос. Только на этот раз он звучал ясно. Она произнесла лишь одно слово. Эйрина. Сирена, ты такая незаметная. Проберись в дом и вынеси наше сбережение. Но улицы просто кишат этими ужасными созданиями. Вот именно поэтому и нужно идти тебе, дорогая. Никто на тебя и внимания не обратит. Мне надо идти. Если я не отправлюсь в Кингспорт прямо сейчас, мой брат так и сгниет в тюрьме. Кингспорт, говоришь? Ха. Всех тамошних узников на прошлой неделе перевезли в Вестмарш. Но с тех пор, как на город напали, от тюремных стражников не было никаких вестей. Эдлин, я должен найти его. Поможешь мне, друг? Эдлина держат где-то здесь. Ты молчи. Ищешь своего брата, Линдон? Он тебя знает. Гильдия воров всегда находит тех, кого ищет. Гильдия воров захватила все это подземелье? Интересная тема, я там пропустил немного.
ваше время не так уж отличается от моей эпохи. И здесь есть боль, страдания, ненависть, смерть. Я могла бы проспать еще 1000 лет, а мир останется прежним. Если мы не проиграем битву. Зачем я только вступил в гильдию? Он меня отговаривал, а я ничего и слышать не желал. Я вижу, он скончался еще до того, как мы прибыли в Вестмарш. Знакомый кинжал. Возьми его с собой. Он может помочь нам узнать больше. Линдон, я скорблю вместе с тобой. Сегодня я наконец-то узнаю, насколько глубоко скверна поразила наш орден. Хорошо, что ты полон решимости. Я не останусь в стороне, даже если потребуется выступить против ордена, которому я принадлежу. И мне будет нужна помощь. Я буду рядом с тобой. Это наша крепость. Скоро я получу все ответы. Какими бы они ни были. Кормак, все только и говорят о том, как ты помогал убить Азмодана и Белиала. Тебя называют величайшим из храмовников. Рад видеть тебя в добром здравии, брат. Но я принес тревожные вести о нашем ордене. Я должен поговорить с магистром. Тебе повезло. Он здесь. Приказано проводить тебя к нему, как только ты вернешься. Возьми. Это новое воззвание магистра. Мы с тобой гордимся. В этом воззвании магистр признает свою вину. Как я? Пробил наш час. Мы восстанем из пепла Вестмарша и поведем человечество к свету. За нами пойдут тысячи. Каждый горожанин станет храмовником, служителем веры. Пройдя очищение в руках инквизиторов, они превратятся в несокрушимую силу. Ты настоящий герой, Кормак. Время наконец-то пришло. И все это благодаря тебе. Подайте мне хлыст. Настало время очистить душу этого послушника. Стой! Как ты можешь делать это со своими собратьями-храмовниками? Мы озаряем их светом правды, как когда-то тебя, Кормак. Но если величайший из храмовников требует их освободить, то быть посему.
Нам поручили проводить тебя к магистру как можно скорее. Следуй за мной. Кормак, вот истинный пример для подражания. Как же много нам с тобой предстоит обсудить. Да, магистр. Ты предал нас всех в тот самый момент, когда стал применять пытки для инициации. Это было жестоко, но необходимо. Я делал страшные вещи ради того, чтобы возвысить человечество. Я постоянно ощущаю тяжесть этого бремени на своих плечах. А ты готов принести подобную жертву, Кормак? Последуешь ли ты за мной и станешь магистром, когда придет время? Ты мне нужен. Но я... Нет! Если ты думаешь, что я буду помогать тебе порабощать человечество, то ты сошел с ума! Твой ответ печалит меня, сын мой. Мне жаль. Убить его... Человек подвержен порокам. Снова и снова мы наблюдаем за тем, как лучшие представители рода человеческого поддаются искушениям. Как это ни прискорбно, но я нашел лишь одно решение. Мы должны очищать сознание наших новобранцев, чтобы они не становились жертвами демонов или слепых в своей праведности ангелов. Посвятил всю свою жизнь, оказалось ложью. Все, что я делал, все это было лишь исполнением приказов безумца. Клянусь, каждый храмовник, которого я встречу на своем пути, будет избавлен от лжи, распространяемой орденом. А если кто-то откажется, я буду вынужден его переубедить. Тебе поверят, я знаю. Переубедить, это типа... Типа как? Я возвращаюсь в город.
Великий магистр стоит за скверной в Ордене. В глубине души я всегда знал это. Возможно, именно поэтому я всегда чувствовал, что мне не место в Ордене. Как будто я не истинный храмовник. Предчувствия тебя не обманули. Теперь ты свободен. И сам можешь выбирать, во что верить. Я верю в истинность твоего пути. Этот мир необходимо спасти вне зависимости от того, что происходит с храмовниками. Как ты, Линдон? Что я могу на это ответить? Что лучше бы нас ничего не связывало? Что лучше бы у него не было такого брата, как я, который его подставил? Что ты попробуешь узнать правду? У тебя нет братьев. Ты никогда никого не любил. Тебе этого не понять. Ну ладно, попробуем у Эрины получить... Враги разбегутся в ужасе, лишь завидев нас. А она ничего не подкидывает. И это странно. Пророк предвидел нашу победу. Оказывается, эти жнецы забирают людские души. Но это же безумие! Почему? Обычная практика. Зачем столько усилий? Пол города завалено трупами. Десяток другой ничего не решит. Не явись ты вовремя. Не знаю, что со мной бы случилось. Это самое меньшее, что я мог сделать. Любой на моем месте поступил бы так же. Но ведь ты не обязан был помогать. Мог бы просто пробежать мимо. После смерти Карелана корона перешла к Юстиниану Первому на основании достаточно запутанного толкования Закарумского писания. Так началась эпоха династии Юстинианов. Многие считали их узурпаторами, поэтому юстинианы сталкивались с сопротивлением в течение всего срока своего правления. Наконец, при Юстиниане Третьем недовольство вылилось в полномасштабное восстание в приграничном Картолии. Я начинал рассказывать о Ливии. Она была так прекрасна, что Злот захотел во что бы то ни стало заполучить ее. О да, он был так настойчив в своих ухаживаниях за Ливией, осыпая ее подарками и оказывая знаки внимания, что в конце концов она согласилась стать его женой. Но ревность Злота была так сильна, что он спрятал Ливию на небе в недосягаемости и людей, и богов. Поддавшись страсти, он стал одержимым. Таков был Злот. Он был самой страстью. Зей был великим вором и захотел заполучить Лирию. Он дождался ночи, когда путь Лирии пролег за серебряной луной. С заходом солнца Злот был вынужден покинуть Лирию, ведь ночь — это время, когда страсть гуляет по земле. Злот мог лишь смотреть, как Лирия плывет над головой в океане звезд. И вот Зей, тихий как шепот, пробрался в ее небесный дворец. Зей был так ею увлечен?
Нет. Но украв любимую у самого Злода, он стал бы легендой. Поучительно. Те, кто отошел в мир иной, так и не уверовав в Малтаэля, навеки прокляты. Но я могу обратиться к нашему владыке и вымолить для них прощение. Для этого вам нужно всего лишь сделать пожертвование. Прошу, даруй помилование моему бедному мужу. Спаси моих детей! Прошу, друзья, не толпитесь. Подходите по одному. Подносите пожертвование к кафедре, и вашим близким будет даровано благословение. С тех пор, как он упомянул о той женщине, он места себе не находит. Кто она? Это она учинила пожар? Искала. Искала сокрытое. Не знаю, что и делать. Ему все хуже. Боюсь, долго он не протянет. Надо выбираться отсюда. Уходить на болото. Да куда угодно, лишь бы подальше от городов. Скажи мне о Декарде Каине. Он отличался от всех, кого я когда-либо знал. Человек, ничем не примечательный с виду, но с сердцем, способным объять весь мир. Его смерть сильно подорвала баланс. Неужели один человек может все изменить? Разумеется. Тираэль рассказал мне о твоих подвигах. Ты убил самого Диабло. Да, но мне в этом помогли. Вряд ли люди смогут понять, чего тебе стоило сразиться с истинным злом. Зло – неотъемлемая часть этого мира. Но его никогда не было так много. Пожалуй, людям лучше пребывать в неведении о таких вещах. Смерть никого не щадит. Мой отец командовал рыцарями Вестмарша. Он надеялся, что я, как и он, стану солдатом. Но ты решил иначе. Я вырос на рассказах о бесстрашных Харадримах, Талраше и Ареде Каине. Я хотел быть, как они. Мой отец считал, что все это сказки. Как же он удивился, когда я и правда вступил в этот орден. Ваши солдаты продержались так долго. Это было сложно. Много хороших людей отдали свои жизни, чтобы спасти нас. Но даже этого оказалось недостаточно. Если бы не ты, мы бы, скорее всего, были мертвы. Почему к вам не направили подкрепление? Ты разве не слышал? Все города атакуют. Смерть пришла в каждый дом. Негде укрыться. Это так. Малтаэль ведет войну по всему санктуарию. Прискорбно. Очень прискорбно. Смотри,
осколок начал меняться. Так, словно Малтаэль воздействует на камень души. Верно. Он поглощал души в Вестмарше, чтобы приступить к изменению камня. Но я все еще не понимаю, зачем это ему. Он же убивает всех. Что тут еще понимать? Нужно узнать его замысел. Вестмарш — лишь одно из сражений в этой войне. Это чтобы собрать оставшиеся души в Вестмарше. Где он теперь? Я увидела лишь, что он находится в некой башне в верхнем Вестмарше. И еще он очень зол на тебя. Перед тем, как отправиться за его головой, подойди к моей повозке. Да ты что? Что-нибудь из твоей экипировки. Давай, я подойду. Ты не думал уничтожить камень души? В отличие от прежних камней души, этот был создан человеком. Мы не знаем, что произошло бы, если бы мы его уничтожили. Нам показалось, что лучше его спрятать навеки. Мы понятия не имели о том, что все это время Малтаэль наблюдал за нами. Откуда нам было знать? За нами всегда кто-то следит. Что ты сделаешь, если я его верну? Не знаю. Но лучше, чтобы камень был у нас. Мы подумаем об этом позже, когда получим его. Ты знал Урзаэля? Он правая рука Малтаэля, как и Зуал был моей. Его верность хозяину безгранична. Не похоже, что Малтаэль хочет тебя убить. Хоть я и смертный, но не Нефалем. Во мне нет крови демонов, и Малтаэль не видит во мне врага. В людях течет и кровь ангелов. Это не имеет значения. Для него ты наполовину демон, а значит, находишься по другую сторону вечного противостояния. Я тоже наполовину демон. Твои раны глубоки. Мне и раньше приходилось испытывать боль. Но это было совсем не похоже на то, что я чувствую сейчас. Этим отличаются смертные от ангелов. Боль не отступает. Уверен, что ты страдала сильнее. Зачем Малтаэлю черный камень души? Я думал над этим с момента нашей встречи. Но никак не могу представить, даже зная, кем он стал. Он не осмелится выпустить Диабло. Я надеюсь. Поддерживающее пламя. Оно будет гореть, покуда жив Урзаэль. Come on.
видит ни людей, ни животных. Даже псы Вестмарша, бывшие ранее ласковыми домашними питомцами, превратились в диких неуправляемых монстров. Они стаями охотятся на улицах, разрывая своих жертв в клочья, чтобы удовлетворить ненасытный голод. Я видел, как они раздирали на части какого-то солдата, а когда его вопли стихли, они ринулись ко мне. Представители многих старейших родов Вестмарша держали у себя свору охотничьих псов. Рукоятки псов животные от природы покорные. После своей смерти превратились в ужасных монстров. Теперь они ведут за собой стаю меньше псов и преследуют жителей Вестмарша. Не хочу даже описывать, что они делают с телами своих жертв. Только что сожрал, обсосал и выплюнул. Yeah.
Ну и чё вы тут все собрались? Дело сделано. Потомки Ракиса вновь воссядут на трон Вестмарша. Ты говоришь о себе. Моя бабка была дочерью Карилана. Но он отказался от нее, потому что ее матерью была куртизанка, а не королева. При поддержке крестьян Вестмарш превратится в город свободы и равноправия. Богатых бездельников больше терпеть не будут. Конечно, без кровопролития не обойдется. Но это послужит уроком для тех, кто выступит против нас. Невелика цена. Чего? Ты хочешь нарушить ростом 4 метра ради собственной выгоды? Я не позволю. Я всю жизнь ждал этого дня! Стрёмно, конечно, с такого чувака так все мало упало. Я знаю, что пророк тоже сражался бы против Малтаэля. Он всегда видел потенциал в людях. Он верил, что мы можем достичь целей, недоступных для серафимов. Он бы опечалился, если бы увидел это. Понял. Мои собственные эмоции не имеют значения. Мои люди гибнут. Им нужен король. Наше сопротивление начнется сегодня, и никто иной, как лорд Уинтон, предоставил подкрепление. Эти жнецы не получат Вестмарш. Клянусь своей жизнью. Так быстро. Ты ведь умеешь драться, правда? Там в комнате остался мой друг. Мне надо к нему.
Это же тот самый герой из Бастиона. Как ты сюда попал? Ты спас меня. А я ему помогала. Ты забрала мой меч? Мы будем драться. Прямо как ты. Так, либо вот налево, либо направо. Я даже не знаю, куда точнее. Давайте сначала налево. Тут я уже был? Конечно, я тут уже был. Тут я не был. Так.
всегда заняты прошлым. Чепуха. Я часто думаю о том, что готовит нам будущее. Но ничего не ожидает нас. Прошлое осталось далеко позади. А будущее скрывает столько тайн, что мне остается только гадать. Пока не готова. Сходи туда, в город. Пора возвращаться. Это правда, что король Юстиниан IV мертв? Это значит, что я седьмой, нет, шестой в очереди на престол. Обычно я до такого не опускаюсь. Как меня угораздило. Давай оставим это между нами, хорошо? Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова почувствовать себя в безопасности. Мне теперь не избавиться от мысли, что ангелы или демоны, или кто угодно еще могут в любой момент убить тысячи людей, просто потому, что им этого захотелось. Тебе больше ничего не известно об Урзаэле? Он одержим огнем, и тебе нужно соблюдать осторожность. Это все? Это наш общий друг Тираэль послал Урзаэля найти ангела смерти. А теперь он винит себя в том, что Урзаэль так изменился. А
вот это, конечно, уже смешно. Что еще тебе рассказать? Мне было видение смерти, которое накрыло наш мир. И я оставила свой народ, свою семью, чтобы прийти тебе на помощь. Жрецы Ратмы приносят подобную жертву. Это не было жертвой. Видения часто посещают Веченов, когда им приходит пора найти новую семью. У меня за всю жизнь было много семей. Я до сих пор люблю всех их членов и скучаю по ним. Кроме Ионы. Вот он мне никогда не нравился. Караван до Кингспорта нам встанет в копеечку. А сколько можно выручить за твое платье? Но Гарольд, кроме него мне больше нечего носить. Я уверен, тут можно отыскать какие-нибудь занавески. Прошу тебя, не убивай Урзаэля слишком быстро. Заставь его страдать за все, что он сотворил. Король Вестмарша мертв. До меня доходили слухи. Но я надеялся. Поначалу король мне не понравился. Но со временем оказалось, что он хороший правитель. Правда, последнее время он сильно сдал. Недавно умер последний из верных ему советников. Это подкосило Юстиниана. Разумеется, со временем он оправился бы от удара. Но теперь все кончено. Не благодари меня больше. Это был сущий пустяк. Но десятки людей пронеслись мимо, даже не взглянув на меня. Ты мой герой. Наверное, я просто оказался в нужном месте в нужное время. Во главе восстания в Картолии встала женщина по имени Тирра, заявлявшая, что ведет свой род от сынов Ракиса. В народе восстание восприняли как войну простого люда против знати и религиозных запретов Закарума. В критический момент Тирра установила контроль над Вестмаршем и провозгласила себя императрицей. Боюсь, что смерть Юстиниана послужит причиной очередного раунда борьбы за трон. Если история ничему нас не учит, мы обречены на ее повторение. А одну и ту же историю читать никому не хочется. Труд.
готова. А мы неплохо сработались. Знаешь, сначала Линтон мне не понравился. Но сейчас я думаю, что в нем есть что-то такое. Невероятно. Он притворяется грубияном. Но мне кажется, что глубоко внутри он славный. Не говори об этом Кормаку. Почему? Разве он не согласится со мной? Ребят, я притворюсь, что я не слышу этого диалога, потому что это настолько глубокая тема, что я не буду углубляться. Thank you.
получится. Хочешь, я расскажу что-нибудь о моих временах? Ты наверняка помнишь пару полезных заклинаний из той эпохи. Полезных тебе нет. Многие из них забыты не зря. Эта магия повергала людей в безумие или того хуже. Сейчас босс будет. Мой повелитель уже начал изменять черный камень души. Теперь ты его не остановишь. Вскоре прощения демонов вроде тебя исчезнут на всю. Этого не увидишь. Мне нужна.
Ага, надо подобрать шмот. Нефалем, я положу конец противостоянию. В смерти все обретут покой. Ты управляешь силой, которую не можешь постичь.